сегодня Леонардо Йонович едет в сопровождении полиции. Но это все ерунда. Главное, тот костел, который находится по правую руку. Костел настолько продвинутый, что у него даже есть солнечные батареи, которые я покажу попозже. Сейчас будем машину заправлять бензином. Можно и пивом. Дистоплив. Так, пиво пошло. Леонардо Йонович расширяет свои знания и заправляет машину пивом. Вообще-то это дизель, но вначале я сказал, что это бензин. А вот тот самый костел, про который я говорил, у которого есть солнечные батареи. Кипарисы и обещанные солнечные батареи. Вот так вот, продвинутая технология. Это был малый великий Березный. А впереди у нас столица Закарпатской области, город Ужгород. До Ужгорода осталось 36 километров. Почему я перешел на граммы и литры? Потому что мы сейчас машину дизельную пытались заправить бензином. Но я порекомендовал лучше заправить пивом. Одним словом, Леонардо Йонович не только шутник, а еще и под... Ох, смотрите, какая красивая машина. Поднять вам настроение, потому что вы этого заслуживаете. Ну ладно, чернила заканчиваются, перехожу на другую линию.